Храм нефритового Будды в Шанхае переместили на 30 метров. Необходимость инженерной операции, которая длилась 2 года, была вызвана огромным наплывом паломников и туристов, для которых не хватало места. Главная сложность переезда заключалась в том, что говорят инженеры, чтобы не сдвигать внутри статуи Будды высотой около 2 метров и весом в 3 тонны и меньшего по размерам лежащего изваяния. Под все сооружение конструкторы подвели рельсы. Под ним здание передвигалось на 6 метров в день. На новом же месте появилась открытая площадка перед храмом в 500 квадратных метров. Для перемещения главного зала мы применили самые современные технологии. Трубчатыми конструкциями зафиксировали пьедестал Будды. Такая система подпорок прежде не использовалась. Возраст храма превышает 100 лет, хотя по китайским меркам это совсем немного. У него богатая история. Он основан в 1882 году, после того, как в Шанхай привезли из Мьянмы 2 нефритовые статуи Будды. Ежегодно святилище посещают 2 миллиона человек. В праздники сюда приходит до 100 тысяч посетителей в день.